Всем доброго вечера. Я приветствую вас на своем канале Татьяна Розева. Мои дорогие подписчики, добра и здоровья и моим зрителям. Я тут палю. Ой, я думала, они ушли, эти тучки. Она уже другая. Посмотрите, какая невероятная туча сегодня. Только что была такая, как цветок лотоса, верхушки солнцем освещены. А теперь вот какие, какая. Я не удержалась, сбегала за фотоаппаратом. Невероятная красота. С этой стороны уже синее. Только что были светлые, пока я сходила. И вообще все синее. Наверное, мы будем встречать грозу. Сейчас посмотрим на тучки. Смотрите, какие столбы. Наверное, они дождевые. Почему они вот так вот делаются? Сейчас только стало хорошо. Невероятно душный, жаркий день. Сейчас только полоть, но тут сейчас гроза и темнеть будет. Ближе рассмотреть все, полететь бы в эту тучу. Они меняются. О, какой столб. Я еще немножко пропалю. Потом буду изменения снимать. Закончилось мое полотю, закончилось. Дождик. Правда, особых туч над нами нету. Вон они все там, и гремит там. У меня позднее, еще ничего не намечается. Только кабачки уже у всех есть. Ну, у меня скоро будут. Они же быстро растут. О, уже там маленькие. Интересно. А ветер отсюда, да? От этой тучи. Может, она идет к нам. Там гремело так. Уже не гремит. Я не одна тут гуляю. Ой, мигнула. Сейчас будет бахать. Увеличивается дождь. Дождик потеплится. Я люблю дождь. Люблю под дождем гулять. Люблю, когда находит гроза. Вот такой солнечный день. И потом становится темно. Такие тучи загадочные. Мне так нравится это состояние перед дождем. Опять бабахнет. Наверное, далеко. Вот только.
Наверное, будет дождь. Пойти домой. Еще хочу ходить под дождем. Ладно, пойдемте домой. Всем доброго вечера. А то я боюсь, на экране ничего не видно. Как-то темно. Ну, для меня, например, я сейчас смотрю. На самом деле все видно. Теплый дождь. Спокойной ночи. Дождь — это хорошо.